Также следует заметить, что удалять героя можно по вот этой вот кнопочке, но когда герой находится внутри города, его увольнять нельзя. Нужно выйти из города, зайти в окно того или иного героя, и можно будет по этой кнопочке распустить его на 4 стороны. Также здесь можно почитать его записную книжечку, и можно порыться в его рюкзаке. Также правой кнопочкой, кликнув по тому или иному герою, можно почитать его биографию, особенно пока ходит соперник. Ну и вообще правая кнопочка — это как раз таки описание того или иного объекта или характеристики, по которой вы будете кликать.